Теперь экономика. Ассоциация европейского бизнеса, в которую входят более 600 компаний, в том числе лидеры мирового рынка, сегодня призвала власти Евросоюза, России и Украины защитить иностранных инвесторов от санкций. Письмо, разосланное почти в три десятки европейских столиц, отражает обеспокоенность в связи с ограничениями в экономике. Тут стоит напомнить, что Россия в августе запретила ввоз продовольствия из ряда стран в ответ на санкции ЕС, которые после колебаний, но все же подхватили волну, поднятую еще в марте Соединенными Штатами. Характерно, что в Вашингтон в списке адресатов письма не значится, в отличие от Москвы. Введение подобных мер приведет к серьезному упадку производства, сокращению числа рабочих мест, затронув не только самих производителей, но также поставщиков и ритейлеров, занятых в этих отраслях. Все это нанесет вред не только бизнесу, затронутых мерами компаний, но и негативно отразится на бюджетных доходах за счет недобора налогов и пошлин. Тема нашла сегодня продолжение. Губернатор Токио во время визита в Томск на саммит глав городов Азии заявил, что его страна ввела санкции в отношении России под давлением США. Японский чиновник полагает, что его стране пришлось пойти на поводу американского правительства из-за сложной ситуации в сфере национальной безопасности. Это вынуждает Японию опираться на военные возможности штатов.